Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас Каркарыч, Ингри Панда, Бульбазавр и Нига. Сегодня мы играем Гаррис Мод. Карта у нас Даст 2. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика. Пацаны будут прятать бомбу, я должен буду ее найти и взорвать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Так, пацаны. Ну просто, знаете, так смотрю на вас, так хочется вас уже замочить. Так, ты ее где-то запрятал, за текстуры закинул или нет? Не-не-не-не-не-не, вот очень спавни. Хорошем месте. А-а. А-а, понял. Вот она. А, нет, это не она, а я так обрадовался, что я ее нашел. Сейчас, блин, говорят на А, сейчас он сам пойдет на Б, да? Конечно. И там находится бомба, да? Ой-ой-ой, повезло, пацаны, повезло вам, я чуть бы убил вашего товарища еще раз. Хватит меня убивать. Не сы, не сы. Это такое начало. Вот, а, это не бомба. Вот бомба. Пацаны, ваши последние слова. А ты ее нашел? А вы ее не нашли? Нет. Да не нашел ее, не знаю. Я взял маленькую карту. Отлично, отлично. Значит, я где-то правильно ее ищу, или нет? Нет, неправильно. Хорошо. Все, я иду на Б. Так, подожди, я на Б. Вы обманываете, что ли? Конечно. Нет. Вы мне врете. А ты невидимый, да? Ах, ах ты, гадина. Так, Бульбазаврус. Проиграешь. Он в ноуклипе летает. Ты не я не летаю в ноуклипе, нет. Я просто хожу невидимо, вы же можете меня пригвоздить сразу за секунду. А, ребят, пригвоздите его, пригвоздите. Вы же помните, а я не эту штуку не забываю. Если тебя пригвоздили меня. Так, где же эта бомба? Карта манюсенькая. Причем я спрятана в самом видном месте, Димас, ты не нашел еще. Я удивлен, если честно, она же черная. Бульбазавр, где он? Вообще черная там. А какая бомба? Ну, черного цвета. Черная, с красным полос. Так, 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 так. Дальтоник. Ты. Кто ты? Так, я честно думал, мы затащим где-то 3-4 раунда на записи. Ну нет, я не могу ее найти. Я взял максимально маленькую карту, которую можно было найти для этих целей. Чисто ПВПшка. Ты ее забрасывал куда-то на В? Не-не-не. Она на земле лежит или... Она на земле лежит или где-то... На земле, на земле. На земле лежит. Да, на земле. Так, ну блин, она... Так, давайте я сначала проверю, а потом скажу, там она или не там. Нет, она не там. Держим оборону, пацаны. Я думал, она в яме, понял? Так, а где же вы оборону-то держите? Я понял, это секрет. Вот она. Нет, ну блин, мне кажется, что вот где-то оно тут запрятано и все. Ребят, пригвоздители берем. Так, я включаю максимальный режим поиска. Так, максимальный. Вы думаете, вас не убью? Нашел! Где он? На Б, на Б. Отлично, ребята. Вы думаете, вы меня так убьете? Да нифига. Ах ты ж, лоб, с другой стороны пришел. Ах ты ж, не пригвозди, ребят. Ай-яй-яй. Вот и я. Так, значит, бомба все-таки на Б. Да? Нет, нет. Слышишь, ты чем стреляешь какой-то говняным читерским оружием? Ай! Все, пригвоздил, пригвоздил. Так, а где же... Может, она где-то наверху здесь? Ай! Убил. Это было больно. Так, хорошо. А ты ничего не нашел. Так, не мочите, не мочите. Ну, дайте подсказку на Б. На Б, да. Все, понял. Сейчас у меня гвозди пропадут, то у меня гвозди застряли в кишках. Мои. Ребят, как насчет ловушек понаставить? Давай. Согласен. Поддерживай эту идею. Давай палочку тебе подоставлю, Димас. Ну давай. Так, а я сейчас буду пытаться пробиться к вам. Все. Ты пойдешь обманным путем. Так, я не понял, почему я бомбу не могу найти? А, увидел! Увидел бомбочку я. А ты что, поверил? Мне так нравится их обманывать. В смысле обманывать?
Ну, я не верю, что там бомба. А, такое! Давай, выходи, капхед вонючий. Где он? Засал? Да, засал. Опять невидимого взял, да? Да, я на крысу сижу и буду вас мочить. Если кто-то только подойдет, сразу мочу. А я иду потихоньку к бомбе. Эй! Отлично. А как к бомбе-то подойти? Ты ее как-то парахитному поставил. Коробочки. Отлично. А я иду, иду бомбочку искать. Пацанчиков немножечко взрывать. Пошел отсюда, щенок. Прикольный такой выстрел идет. Так вот тут, значит, и бомба где-то. Эй, слышь ты? Не понял. Бомба в яме. Какая? Бомба за бочкой. Бомбы нету. Не-не-не. Красиво я вас. Я вижу бомбу, я вижу, вот она здесь. Ты не видишь. Так как это не вижу, вот она за деревом. Нет. А ты говно, как ты так, я бля... Эй, говно! Очисти. Эй! А ну давай, иди сюда. Первый пошел в то. Ну хорошо, 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 убили. Да ну все, я трупей, Шин. Да хорош. Тебе отомстили за меня. Так, хорошо, сейчас я другого аниматрейшена возьму. Такс. Мы возьмем. Надо какого-то такого танка взять мощного. Пацаны, убиваем Димаса. Так, дайте я улечу. Так, все, я погнал искать. Так, побежали сначала сюда, сбегаем. Готовьтесь, пацаны. Если мне будет тяжело найти, я попрошу подсказку. Ну ты ее так классно запрятал в тот раз, как-то в уголок ее упер там. Ух, сейчас ГГ. Этот аниматроник, которого я взял, он бьет же на расстоянии, целиться мне не надо, так что вы близко не подходите ко мне. Я сразу буду мочить. Невидимый, я не могу вставать. А, вот бомба. А, нет, какие-то банки вонючие. Я предупреждал. Я предупреждал. Уйди. Я псих. Нечестно. Нечестно? Все честно. Эй, 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 эй. Вали, вали, вали. Уходи. А где моя ловушка? Ну что тут было? Я вот что. Ах ты! Мне нравится. Так, я ищу бомбу дальше. Где? Бомба вот. Нет, это не бомба. Нет, это не бомба. Так, черная кабака. Ты ту же самую, да, запрятал? Другую ты не прятал. А? Внешний вид такой же, да? Блин, я все-таки надеялся, что ты не попадешь. Не говори, не говори. Блин, ну что-то электричество бьет. О, ребят, ребят, он запрыгнул. Да блин, я влежу на полу, у меня что-то током бьет. Около ворот, ребята, около ворот. Мне что-то плохо совсем, у меня что-то со здоровьем. Я не могу двигаться. Если он двигается, что хорошее. Он бегает. Да блин, ты невидимый убиваешь. Не Димас, не вздумай. Нашел, нашел. Не вздумай, не вздумай. Прощайте. Прощай. Найдите какое-то оружие сильное, ребят. Нет. Та бомба не взрывается, та вонючая. Я все кнопки переломал уже. Ай. Хорошо, я сейчас другого аниматроника возьму. Сейчас я улечу. Охраняйте максимально, я сейчас прилечу. Ой, приду. Так, давайте возьмем аниматроника какого-то другого. У нас самое интересное в серии. Надеюсь, вам понравится, вы поставите лайк, подпишитесь на канал. Ролики выходят каждый день. И стараемся записать что-то интересное.
Колокольчик не забудьте. Да я вижу его. Я вижу его. И кто? Кто там? Кто там? Ты... Ты чужой. А вот я. Чужой? А вот и я. А, он ко мне подошел. Вентиляция. Все, бомбы нет. Все, мы проиграли. Как это бомбы нет? Она есть. Так шучу. А где она? Я перепрятал Димас, пока ты там искал. Ты бомбу перепрятал? Да. Ах ты хитрый жлоб. Я ее вижу, я ее вижу возле закладки бомбы. Ай. Ребят. Да блин, надоело. А чё ж чужой-то не может убивать бомбу? Отлично. Чужой победил, пацаны. Чужой плохой. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.